Алексей Талай рос обычным ребенком. Детские забавы, игры с друзьями, множество увлечений и светлое будущее впереди. Но 8 мая 1999-го трагедия разрушила все планы. Юноша оказался рядом с костром, разведенным на том месте, где более полувека лежала мина. После этого, выдержав не один удар судьбы, Алексей Талай личным примером ежедневно вдохновляет тысячи людей по всему миру. Это счастье, это большая радость и мотивация, когда видишь, что человек меняется на глазах, столкнувшись с историей преодоления того, что пережито было их соотечественникам, паралимпийцам. И они начинают вскрывать в себе какие-то новые грани мира, понимания своего места под солнцем, ответственности за семью, за своих родителей, за своих братиков и сестренок. И это важно. На встречу с белорусским Ником Вуйчичем в Бобруйске приходят десятки зрителей. Беда не смогла сломить дух. Алексей Талай научился принимать нового себя и любить жизнь. Долгий и тернистый путь помог понять мужчине, его долг – помочь ближнему. В 2018-м появился благотворительный фонд, главная задача которого – оказать поддержку тем, кому она необходима. Организация сотрудничает с инвалидами и тяжелобольными, детьми-сиротами, людьми со сложной жизненной ситуацией. Безусловно, такой человек, как Алексей Константинович Талай, это показатель смелости, храбрости, показатель в первую очередь стойкости, потому что даже несмотря на ситуацию, которая с ним произошла, он нашел в себе силы создать свой фонд, стать многократным чемпионом мира, стать прекрасным спикером и лидером. Алексей Талай на собственном примере доказывает, нет ничего невозможного. Большую часть жизни посвящает плаванию. На Паралимпийских играх в Италии в 2018-м Алексей Талай завоевывает 2 золотые медали, а в следующем году на Кубке мира в Берлине берет призовые места. Мне очень трогательно было. У меня, как только он начал говорить, были мурашки по коже. Я таких людей, ну, редко очень вижу. Мне очень понравилось интервью, так сказать, о том, как Алексей рассказал о своей жизни и, в общем, как он справлялся со всеми трудностями. Сила духа. Каждый человек регулярно сталкивается со всевозможными преградами. Иногда хочется опустить руки и сдаться. Но Алексей Талай подает всем отличный пример. Что бы ни произошло в жизни, она продолжается. Какой бы ситуация ни казалась безвыходной. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.